Митя в танке идет, значит. Давайте, штруделей наберите 80 штук, чтобы потом не обосраться. Все, все здесь. Митя, начинай. Митя, начинай. Герус пула. Давай, Герус. Давайте, кто умирает здесь, минус 100 ИП. Сходу. Археон, ты в РК? Двор. С пламени отходить. Дамажьте шипы. Сильно танков киньте. Родион, не умирай, не умирай. Ну ты в ледяном говне стоишь в этом, сука. Почему вы хилы стоите во льде в этом? Блин. Все, не говори ничего, ты зависаешь. Родион банановый, вы стояли сейчас в луже, могли сдохнуть. Археон минус 100 ИП, блядь. Все, отошли. За спину к боссу идем. За спину встали. Вышли с пламя. Минус 100, блядь. РДД развернулись, кружок убили. Мы и так идем, блядь, 21 человек. Вы падаете, вы во льде в этом стоите. Разбили шипы. Тут, блядь, 10 хилов вас не захилит, если в ледяном пламени в этом стоят. А вы себе позволяете падать. Пугов добрать, что ли? Беги, малышка, беги! Так, бегите на трэш. Север Снэп в танк. Поможешь на трэше. Ролим на мои на оф ролим. Чё хоть упал? Получается, на скай. Ступни на мейн ролим, роги коты. На танк ролим там, на квесты на ШМ там делать. Так, Мэджик и этот Хилл. Ну-ка скажите что-нибудь. Что-нибудь. Раз, раз. Во. Интернет отвалился. Че упал-то хоть? Че я не спал? Че я с духом танковаты и еще что-то. Сапоги на ровно. Откажется повиноваться, будет уничтожен. Че с духом? Шея. Помыслить! Я пока не могу.
сразу два паука агрите, то у нас скиллы отдыхают. Черепки, выбегаем средний. Беги, малышка, беги! Босса никто не пулит, ману ресы. Целая ВД? Да. Сменила шмот? Угу. Начинаем. Трэш бьем все без исключения. Не смейте ступать в эти священные покои! Это место станет вашей могилой! Даксон, ладно, Археон. Ты не в сил противиться моей воле. Ничего не стопаем никогда. Пошли трэш бить. Ты не в силах противиться моей воле. Приверженца притяни. Забейте трэш, переводите. Довольно! Пришла пора взять все в свои руки! Ты не в силах противиться моей воле! Моей воле!
господина! Ваша смерть неизбежна. Нибелунг для бомжей ролим. Плечи кому-то надо на шару без этот ролики кидайте ролл. Трешит бьем. Так. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. На корабль все побежали. Ранцы берем все. Ой. Чем? Бой висит. А, все. Бой не висит, если не агрит ничего. Ранцы берем все. Сак-сак. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактара! Красавцы, убежали! Оркрон, слетаем! Что это? Давайте, кто-то сможет в сову запрыгнуть? Давайте в звезду. Кто сможет? Пушку. Пушку сядьте. Ромбик поставил. Кто-то в пушку сядьте, в ромбик. Ну не сова, наверное, которая трой сливает, охеренно. Какой-то милик бесполезный. Давайте, сливаем трэш. Слава, не утрачь только, пожалуйста, хорошо? А чё, тебя не портануло к нам? Нет, корабль перекосом такой и уехал. Так ты же на корабле, как у тебя ник? Крюгер, я резнулся. Зачем ты резнулся? Я прыгнул, а оно меня не портануло. Я понял. Куда ты, зачем надо, ты прыгал? Да. Надо было прыгать просто. Да, ну знаете, я тупорол. Твое тело должно портануть, не надо резаться, ну что ж ты такое?
А у нас миликов нет или милики просто не прыгают? Могут ли прыгать, есть такое. Предлагаешь им минус 100 ИП сделать? Мне пофигу, просто спросил, поинтересовался. Да они такие обычные. Смотрю, я что-то один прыгаю, как дурак. Да, я тоже прыгаю вроде. Я имею в виду из миликов, я один у мага стою. А, ну молодец, прыгай. В этом нет ничего плохого. Я думал, вдруг тактика опять изменилась в чем-нибудь. Второй раз за год играю. Не лутайте. Сундук никто не трогает. Отошли в звезду все. Ушли от сундука. Все в звезду встали. Ты в инст заходишь? Зашел в инст? Вот, а, я уже здесь, сейчас. Портуйся, сейчас портал откроется. Пробегите туда. Портанулся к нам, не? Портуйся, во. Всё тут, тут. Запускайте, сур. Где? Ну ролите, что кому надо. Я, кстати, не знаю, нужна ли эта шея себе. Ну, в принципе, пока с критом. Вот, я тебе попрошу, поставь хотя бы нас в руке ответственно за добычу. Ребята, я могу шею отдать на хила, которую на первом боссе забрал, кому надо. Да там ее никто не ролил, по-моему. Я здесь, чтобы... Ну я знаю, мало ли, просто мне это профитнее будет, правильно? Архион-то посмотри, вот он хил вроде. У него есть. У него есть, вот, все нормально. О, отдам сейчас. Ага, все понял. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренор. Тут, короче, очень просто все, тут надо бить трэш. Если не будете бить трэш, будет не минус 100 ИП, а будет плюс 100 ГП, сразу говорю. Не дай бог мы здесь упадем, по сотке прилетит за милую душу. Это означает, у вас сейчас 21 человек здесь, это означает, без исключения, рога, ханты все без исключения, все маги, вся первая, все дамагеры, любой дамагер, вы бьете трэш. Хилы только его не бьют, хилы хилят. Танки тоже самое бьете, свободный танк. Значит, притяжка. Моб какой дернулся, на того притяжку сразу. Откатилась темная власть, темная власть. Портовар, Морден. Тебе все очень просто. Начинает танк, когда метка будет кидаться на тебя, будут вызываться мобы всегда по КД. Сейчас Геру с пула. Поворачиваешься в заднего моба, даешь стан, оглушающий удар. Мордет. В двух, в трех мобов ударную волну. И таунтиш свободных. Дилку на БДК вешай. Все будет хорошо. Лишь 3 секунды. Готовили. Смотрим. Веселитесь, слуги мои. Я пока не могу прочитать язык. Третий трэш сейчас будет. Будет звездопад. Сильно бьем, очень сильно. Трэш, секунду. Земля обогрится, приземлитесь, слуги мои. Я пока не могу прочитать язык. Thank you.
Отбивайте его себе. Давайте, фир, вары, присты. Дайте фир. Сука. Захуярили, блять. А я ставил бы, нет? Я вроде ставил. Ставил, ставил. Слава, там Филиппец хочет пойти. Рольди плащ. Сука, ёбаная воля, блядь. Фойд. Короче, это говорит смарт-килл, я смогу на любом зайти, на любых боссов, кто тебе нужен будет. Да пока что сиди, сейчас посмотрим. Так, Архилон. Треснете хоть кто-нибудь или чё? Так, откройте портал, стойте у портала. Так. Понятно. Два завоевателя, два первых паролу. Так, Крюгер. И Родион. Так, стойте у портала. Протонулись, стойте у портала. Сейчас мы тебя. У меня. Че у тебя? А, у кого портал? Все, отставить тогда. Да у меня портал что-то забагался. Угу. Значит, смотрите, стоим здесь. Мытья ведет, мытья DVD. Стоим все в звезде. Вальку надо поставить звезду. Мытья тут. Протопал, протовар веди. Морден, пошел в центр, иди веди Валю. Слева она полетит по маленькому кругу. Иди уже к нам быстрее, чаршься в нас. Выбирай кого-то, чаршься. Убегай оттуда. Вальку нужно поставить в звезду. Снова, Слава. Что? Кто ты можешь? Ну, давай паладином ветриком подмажем. Ну, давай. Бой, не бой у вас. Заходите, не заходите. Сходи, на свой. Теперь ровно вперед идем. Это важно, почему? Потому что если вы будете, блядь, бегать право-лево, вы забагаете эту вальку, да, боссану. Ровно. Паня, вперед. Привет! Привет, привет. Смотрю, что там голос знакомый. Встали в звезду все. Морден. Ну, там же и другой делает паладин квест сейчас, Маковей, который. Чё? Огрите танки вот тут вообще, мыть это тут. А, Слава, я забыла. Гц с чешкой. Какой такой чешкой? Он хило чешку себе замролил. Тянул людей на лут. Да лол, да паладином она в смысле. Нафиг она им нужна. Тем более на Алексии я не видел, что на полипалом играл.
Выйдите с лужи, вы сдохните так. Чё, бля? Дебафы посмотрите свои, лёв. Ты своим рулем тоже не хилишь, а ничего. В смысле не хилю, хилю? Я говорю, опять не с руля, ты... Нет, у меня говорит под руль. Схилил я. Палаш, мне свидетель хилил сегодня в десятке обычки. Да. Это 25 обычку пошел, хилил, короче. Первый по ХПСу был, 8к дал на ребре. Хватит за допад. Убиваем этих дураков. Я что-то не друидом пошел. Кто? Будем тухнуть. Да. Пошли фастом, если эти тело там. Цендер, Фильпец, вы уже с нами? Ну, я пришли, сел. Там ховер какой-то прессует. Илюха, там панты летит, ты чё? Чё ты Белора не забыл? Слава, слышишь? Может мне зайти на аргру лучше, нет? Бля, вы вообще охуенно. Не-не-не, да. Будь ретриком. Ретрика, 5 хилов. Так 5 хилов, ну, будь ретриком. Ну, 5 хилов, то хорошо, ладно. Завтра вон там заберем обычку. Это 5 хилов. Я сейчас зандалаю, еще перебрать. Сейчас быстренько принесем, еще сходим РС 25-ок. Одну, может, две. С клиночком он поубивает. Назад. Там справа еще довезет. Назад заходим в звезду все обратно. Пошли. Танк берет моба. Танк. Ну. Блять, ушли назад. Ушли. Сова, уходите все. Давайте, ход эмрей, сейчас два эрдру, ход эмрей, это хрень. Сильно заходите, давайте. Археон, ты играешь первая, вторая группа. Банановая, играешь третья, четвертая и пятая. И будет охеренно. Петучи есть наверху, их надо будет притянуть. И второго петуча, вон он. Петуч. Лол. Сам пошутил, сам посмеялся. Это же Деймос тогда начал. Петуч, петуч. Дали звездопад и убили этих дураков маленьких. О, не повезло Филипцу, да? Я ворвался. И вторую ловушку запускает. Вторую. Вторую запустили? Давайте, сильно. Приморозку дали. Мы маги. Маги. Я один маг. Мало да маги. Маги. Почему так мало да маги? Мало, что с тобой сделать?
Чё? Ты слишком веселый. Я? Веселый? Это еще только начало, блядь. Давайте, сейчас, короче, на РНЖ должны встать два ханта, две совы, потом... Ага. Это бы... Да, дома. Ага. Ага. Что, ага? Табличка, ча-ча. Прикол не актуальный. Плава, там вес, блядь. Кто-то еще до сих пор реагирует на это. Лок, давай Жиза. Шкаф. Лок, давай шкаф. Сумманем бомжа одного. Бомжа. Ух. Робит. Вот его сендер. Кому интересно. Видели, из совы шкаф такой вылез, нихера себе. Из Даксона. Сейчас. Руду выкопаю только, сейчас приму. Сейчас, секунду. Сейчас хайвер сумманим. 7 штук. Хранит упала. Сова, я таблетки сейчас выпью, секунду. Ну пей, ты не танк все равно. Так, Хойвер, принимай сумо. Хойвер, а что не бафать, Слава? Бафы, кулаки, Родеон, кресты, Маковей, каски. Все, все тут, чек на... Подожди, бля, дай ты каски, ну и кулаки разбафать. Что такое резко? Да, блядь, мне нехуй делать прямой бой, брат. Ладно, пожару рыбу 10 секунд. Ну-ка, кулаки пристан. Надо еще это. Ману отпить потом будет. Че, бичи, можно вызывать, или они агро рвут? Не, не рвут, вызывай. Можешь. Главное, чтобы это треша не было. Ну, ты его не агрил лично. Давай, дальше. Тыкай. Все, тыкнул на рыбу. Секунду. Кулаки прессом, то есть мне и варенье. Мы идем что? А сколько мы уже идем минут? Чекнул. В смысле 10, блядь. Полчаса ровно. Полчаса, хорошо. Так, начинайте, танки. Геро. Что там, танки? Да босс выбрался. Мутя, ты тут? Что на этих, на бомжах этот конченый слизнюк? Так, а при чем тут слизнюк? Бар. А что у меня? А, ну и пусть захиливайте. Не заметил, что на варе босс. Вылезли. Каждый сам по себе постоянно. Захиливайте, бля. Да не, мы потому что магру сорвали, он же. Он же там вылетел. Ну про товары, конечно, можно сорвать. Это все заговор на самом деле. Приготовьтесь, надо будет убежать. Побежали со своих мест. Отличные новости, народ. О, господи, он идет на меня. На банановую бдительность дай. Бдительность на банановую. Дал? Посмотрим.
Что-то слизни быстро вылазят, там что, не скидывается больше? Может, диспелят. Да не, вроде не было, глянул. Добивайте этого дурака. Ха! Ужасные новости, народ. Портал ставьте у тухлого. Господи, передоважно, близни, блядь. Счастливый. Диабьект. Ой, блядь, на ОФ травму ролим. На мейн ролим. Я передамажила Воида. Ну это как обычно. Кровь нужна кому-то? Рольте ткань. Кровь нужна кому-то? Сумоньте меня. Шкуф поставьте, люди. А вот есть лог. Лог став шкаф. Плавайте рыбу. Лог, шкаф быстрее ставь, ну, не тупи. Ясно, блядь. Ой, я забыл, что я один лог. Все, я тут. Давай, Эдаксон. Простите, простите. Да, смысл уже шкаф, мы уже все здесь. Чек на пул. Так что он отошел. Споры, значит. Квадрат. Треугольник и одна подвозка. Смарткил тут. Дайте бафы, каску, кулак, лапу. Каску ханту, пожалуйста. Инту. Нюха, кулак, кинь. Каску, смазку. Кулак, хуяк. Квадрат, треугольник, друг с другом вместе не стойте. Метки на вас для этого поставил. К ним сносятся споры. Одна под боссом, одна в квадрат, одна в треугольник. Споры снесли. Боссом есть, все нормально. Споры, квадрат, треугольник, босс. В треугольнике нету споры. Алло. А, она на Даксоне, все, ладно. Треугольник, сбегись к нам, красава. Даксон просто отошел у нас. Третьи споры тоже сносим на всякий случай. Словили? Звезду спору, треугольник спору, подбосса спору. Все разошлись. Я пока не могу прочитать их. Мордена не роняем, сильно хилим. Как дела, Археон? Все нормально у тебя? Сука, конченый Ростелеком. Ничего не сносим, только две споры в одном месте не стоит.
Или скоро под боссом. Значит, захиливайте Мелизону сейчас. Тапки. Осколок. И тапки, ура! Кто осколок получает? Морден? Морден вроде. Молодец, что оставил столько. Сколько у тебя? Ну хочешь квест, ссылка. Так. Не больше квест. Если этот шлак кому-то надо, там на Синдру сейчас. Если шлак кому-то надо будет, напишите. Если профа не идем? Профа идем. Че? Так, пошли на ивент. Да, конечно. Этот смарт-килл тебе не надо, этот. Поезд. Не. Сейчас отдам другому хунту. Да. Дай мне землю тогда на это. На какой-нибудь оф-оф спек когда-нибудь можешь собирать, начну будет. Чё тебе дать? Чё-то недалёкую землю. Принимай, Так, ну тут все очень просто. Маковей, делаешь квест, да? Алло, ВРК говоришь? Глухонемой. Так, смотри, Маковей, тут ты пишешь, напомни вкратце. Вкратце, кнопочка 1 пить лужи, кнопочка 2 там слизнюка пускать, кнопочка с шемом делать квест. Значит, все очень просто. Смотри, если ты нас вайпнешь, то второй способности, по второго шанса у тебя не будет. Морден делал квест полгода, блядь. Ходил по КД, падал, блядь. Сначала на профи 10 раз, потом на лане, блядь. Заранее, блядь, когда квесты идете делать, читаете, смотрите видео, смотрите все, что есть, блядь, в мире, блядь. И делайте нормально все. Одна попытка делать квест. Если рейд виноват на лане, когда там бьют все без остановки, это, я говорю, падать. Если вы не знаете, как делать, вы не делаете квест. Ты не замедляешь зеленых до тех пор, пока у тебя где-то сотка не накопится. Бог первый на сеттере, если что. Смарткил тут, варенька тут. Не так же быстро бегают в обычке. Они быстро бегают везде. В зеленую понятно. Будешь вести там, если что. Смарткил тут. Ладно, да, просто да. Замедляй. Да, я там. Да, я тут. Ну, иди, Маковей, пей куклу. Маковей, пей куклу. Маковей, пей куклу. Маковей, пей куклу. Вот. ДК агрибосса. Фул ДД. Дамажим сильно, переводим. Чумы, которая уничтожит весь Азерот. Иди под зеленого, дамага не хватит. Иди к зеленому месту. Тут красный, если что. Ну ладно, стойте все здесь. Стойте здесь все. Все в стеночку, все с центра ушли. Ршамы ушли с центра. Кто там в центре стоит? Ушли сейчас в звезду все. Под стол и в звезду, под стол и в звезду. И все сейчас после стана бежим сюда к стене, чтобы зеленому было дальше идти до нас. Как только он выберет цель, все его бьем. Он выбирает, внимание. Все зеленого сильно. Сбегаемся к цели. Еще раз сбегаем.
красный РДД, поворачиваемся в красного. РДД, повернулись. РДД красный. Ты... Сколько у тебя раги, Мордер? Седдер, Боб. На кого? Уже не Ох на кого, блядь. Падайте, блядь. Вот ты, просранная попытка. Мама, они там замедлили. Или не замедлили вообще. Короче, я не знаю. Короче, не было замедлений. Ой, блядь. Заткнись.